все как обычно. У всех нормальных людей обед, а у меня только завтрак. Со вчерашнего дня мечтала о глазуньи с обычной докторской колбасой. В общем, сегодня сделала. Вот. Тут у меня были остатки помидоров, туда порезала и зеленым лучком все посыпала. Тут у меня оливки с сыром, огурцы и зеленуха, укроп, петрушка. На десерт у меня блинчики с домашним вареньем из черной смородины и сметанкой. Не факт, что я сейчас съем, конечно, скорее всего, это останется на перерыв между работой. И еще вот такие вот у нас есть два прекрасных мяса. Продаются во Вкусвилле, вот я уже один раз раскуражила. В общем, очень вкусные, прекрасные, там на них какая-то бешеная скидка сейчас. В общем, обратите внимание, если что. И чай мэтр у меня с черной смородиной. Всем приятного аппетита и тоже приятного аппетита.